Итак, всем здрасте. Выдался денечек у нас. Погода прекрасная, плюс 13. Периодически дождичек моросит, но это ничего. Прибыли на берега Оки. Хотим здесь полазить немножко. Заприметили лесочек один чудесный. Сейчас я оттуда вам следующее включение сделаю. Смотрим. Так, вошли мы в лес. Смешанный лес, сосна с березой. Вот современный накат идет. А нам дальше чуть-чуть левее. Ну, там мусор копает, а мы идем дальше. Здесь пока что ничего нет. Итак, вот она, эта дорога. Она сейчас вот она совпадает со старой по карте. Ну, первый сопутный сигнал. Канитка. Канинка. Вот. А нам вот сейчас на гору поднимемся и прямо туда. Чуть-чуть левее. Там она так сверху идет. Ну да. Лин. Вышли с дороги в кусты. Попадаются пробочки и канинка тоже, походу, ручечкой. Конской упрыжи. Упрыжи элементик. Не знаю. Скорее всего, держи. Вот, пока движемся туда. В мире животных. Кто-то там у нас сидит на поле. Ворон здоровый. Фига себе, большой какой. Там сейчас посмотрим, тоже кто-то сидит. Где-то там. Вон еще один, наверное. Так, друзья, походили мы по тому лесу, только сопутка. Даже советов нет. Ага, ковыряют что-то. Два ворона. Сейчас попробуем, здесь покосик нашли. Короче, здесь вот справа церковная земля, но она, естественно, засажена. Слева нет церковной земли, но она скошена. Проверим, может, что и вылетит. Время еще есть, дождь пока не начался. Какой же он здоровый-то, а? О! Смотрите, какой. Ага. Эу. Полетели. И мы сейчас за ним поедем. Итак, забазировались. Рассказываю подробно. В лесу одни пробки. Не знаю, почему нет советов. Сопутка, вот были две конины. И все. Запасной вариант был церковная земля, но я вам показывал. Она сейчас засажена. А рядом вот соседний, скошенный. Здесь шли границы наделов. Вот овраг здесь в лесу. Вот тут. Здесь были границы наделов. Не знаю, может быть, что-то и выскочит. А может быть и нет. Разведка, мы здесь никогда не были. Посмотрим, что здесь нам вырезут. Ну что, проверили мы то поле. К сожалению, нет цветнины вообще. Ладно, есть еще третий запасной вариант. Но я вам пока его не скажу. Едем через понтонный мост. Да, едем через понтонный мост, через речку. Через речку, через Оку. Ну, это такая не речка. Это река. Сейчас покажу. Да, сложно. Новые места уже искать стало. Место высадки пассажиров. А зачем высаживать пассажиров? Пассажиры должны пешком шлепать. А вот они, рыбачки кругом. Понтон. Нормальный, кстати, такой понтон. Катер. Баркасик какой-то. О, удрячами по этим железякам. Такое ощущение прикольное. Пляж там. Вон, зонтики стоят. Прочные пробки. Короче, у нас сегодня опять подмосковные путешествия.
место для посадки пассажиров. Короче, все глобально на это дело забили, я так понял. Ладно, сейчас приедем, включусь дальше. Хотел вам мостик показать. Прикольно. Сегодня у них, кстати говоря, глобальный покос обочин уже. Столько их встретили, этих тракторов. Обкашивают траву вдоль дороги. Прям много-много их здесь. И снова мы переехали в лес. Хотели вот здесь еще попробовать побить. Туда, метров 600 вглубь. А куда? А, в елках? А, ну и хорошо. Были там перекресточки. Пока лазим, разведываем. Разведываем. Вот, как-то так. Здесь посадки еловые с этой стороны. Вон с той стороны. И здесь идет прогал. И вот примерно где-то тут она и была. Вот она, дорога стала. Выскочила вот такая вот штучка. Как голубок, что ли, какой-то с дырочкой. Кто знает, подскажите. Я не знаю, что это. Ха, первая монетка зелененькая. Любка с водой унеслась куда-то. Совет, наверное. Не могу понять. Вроде как, да. А, щитовичок. Понятненько. Ладно, ладно. Хорошо хоть так. Вот такие елки попадаются без коры. Точнее, наверху тут кора есть, а здесь коры нет. А? Ага. Двушечка. Десят третий год. Красота в лесу, конечно. Птички поют. И завал небольшой нас поджидает. Сейчас вот этот бурелом пройду, и дальше будет. Вот я иду вдоль дороги, вот, под дорогу шла. Прикольно. Природная такая ванна в дереве. Не ванна, а газончик. Так. Был сигнальчик. Видите? Сейчас достанем, посмотрим, что там у нас. А! Здесь. Да ты что? Какая? Ну это не новость. Сейчас. Двушечка, 65-й год. У Любки тоже сигнал. Сейчас пойдем посмотрим. Так. Снимаем. 10 копеек рамочный, 53-й год. Ага. Засранный, конечно. Хорошо. Ну, по крайней мере, это первая монета. Ага. Это что такое? Вот дорога прямо идет. Прозвучал у нас хороший сигнал. Сказочный. Уже, да, обрадовались. Угу. А тут вот такая шляпа. Ну, в принципе, что шляпа? Можно панталоном пришить, будет работать еще. Сигнал какой-то был. Это импортная монета. Импортная монетка, что ли? Да, алюминиевая. А что за монетка? Я не могу прочитать. Она очень вредная. Саженная. 10. 10 вижу. 10 чего не вижу. А, да, что-то импортное. Сейчас приблизим. 10 чего-то. Ну да. Фенингов, что ли? Фиг знает. Не знаю, попробуем потом ее. Ямок дофига. Толку? Нифига. Опять не закопанные. Паразиты, закапывайте ямы. Все ноги все можно легкая переломать. Ну да. Интересно. Я думаю, что потом украешься. Да пройдем потом здесь, а что еще? Вон, ям полно, а вон они под корнями. Заодно ямки прям под ними. А больше нету? Mm-mm. Что так мало-то? Я проверила. Мало, да, я думала, будет больше. Я рассчитывала на больше, я рассчитывала на 20 копеек 34-го года, ага. А там только 32-го. А мне девушка сказала, обойдетесь, мадам. Вы, мадам, взорвались? А-а-а. Ну вот.
пойдут, что, экран не прикольный. Блин, где фокус? Что с камерой? Ты что мне? Одна 33-я, другая 32-я. О! Что-то капать ничего? Капать ничего. Пойдет. Короче, у нас сегодня зачет. Такого еще не было. Почему у нас был Винни-Пух? Винни-Пух был большой. Короче, это пуговица с чебурашкой. Как било тогда. Держи. Камень еще где-то лежал под камнем, вот под этим. Выковырили камень оттуда. Это, походу, детский секретик, небось, был. Да, а кто тебе здесь его будет ныкать? Вот, ну, вот. Здесь же дорога, дети ходили. Куда они ходили? Там нет ничего. С родителями за грибами. Да? Конечно. Ну, хрен знает. Ладно. Ну, прикол, конечно. Чебурашки. Чебурашек у нас еще не было. Чебурашек у нас не было. 37. Так. Следующий сигнал. Да, у нас сегодня советы. Вся власть советов. Хоть советы. 37 год. Где фокус? Вот такая. Время тоже 4 часа. 4 часа, да. Долго лазим. Сегодня день советов и пуговиц. Причем советы? Алюминиевых. Ну что, ну, чебурах такой сделал. Ох, какая. Целая? На, следующие панталоны пришли. У нас теперь это... Пуговицы до старости на панталоны хватит. Сейчас найдем панталоны. Что ты? Так, вот из той посадки вышли. Чуть-чуть вот здесь проехали. И зашли вот в следующую посадочку. Какой-то совет. Зеленый. Сейчас водичку нам принесут. Я вам скажу, глубина такая. Штык почти что. Ни хрена себе. Для советов-то. Что-то они тут запаха. Трояк, что ли? Ну, похоже на трояк. Года хоть какие. Ну, он убитый здесь, похоже. Зачем-то. Интересно. Ну, в этих посадках. Ну, вот это так. И так, да? Но зачастую... 57, да. Зачастую вот в этих посадках... Ой, что ж ты такой приехавший-то? Можно встретить что угодно. Ну да, это же по сути распашка. Здесь вылететь может все что угодно. Здесь советы могут быть запаханы, наоборот, в глубину. Вот, по-разному бывало у нас тоже. Попадали мы в посадках на разные такие. Как? Пойдем туда. Ладно. Так, у Любы был интересный сигнальчик. Какой-то обломочек, чего непонятно, но красивый. Интересно, что это такое было-то? Фиг знает. Очень похоже на пряжку. Может быть, пряжка оловянная, может еще какая-то хрень. Но... Ну да, у нее очень низкий сигнал. Ну понятно. Товарищи, на гематит похоже. Кто в минералах разбирается, что это? Очень похоже на гематит. Я хрен знает, на что это похоже, но звенит оно, в общем, монетным сигналом. Ну, не монетным? Ну, не монетным, таким, да, цветниной. Интересно. Положи к себе в карман. Положу. Идем уже. Направлении туда, там машина, все уже, пора заканчивать. Стали, почва золистая, прям белая. Копейка. 68-й поздний совет. Одни советы сегодня. Ну да ладно. Итак, друзья, все. Мы утомились. Коп сегодня трудовой. Два. Чебурашка.
Вот это узорчики. Тут еще конина. Конина. Пуля. Ну, пуля, это понятно. А вот это вот пуля, между прочим, медная, свинцовая. Это. Оболочечная. Вышел сейчас из леса, на краю поля жбонь нашел медную. Она килограммная, она весит. Как она звенит, как звенит. Ну, короче, ничего особенного, кроме пуговицы с чебурашкой. Ну, птичка еще вот эта какая-то прикольная, отчетка, не знаю, что это такое. Ну, это полный карман. Так, вот так мы сегодня погуляли. Не очень. Ну да ладно, воздухом подышали, слава богу. До головной боли воздух. Все, на этом прощаемся. Ставьте пальцы. Ну, все эти ритуалы, подписка, колокольчики. Ну и всем пока!